Привет, Лос-Анджелес! Видел тех бабулек в первом ряду? Поклонниц не выбирают, Дэйв. Сюрприз! О, нет! В моем возрасте такие сюрпризы чреваты сердечным приступом. Помнишь интервью, которое ты дал в детстве для одного журнала? Ты пишешь как Леннон. Джон Леннон прочитал его и написал тебе письмо в 1971-м. Понимаешь, что это значит? Дорогой Дэнни Коллинз, оставайся верен себе, оставайся верен своей музыке. Вот мой номер, звони, поболтаем. Это смешно. Я не писал песен 30 лет. У тебя был срыв. Я прогнил, ничего не выйдет. Что изменилось бы, попади мне это письмо вовремя? Хочу отменить оставшиеся концерты. Самолет мне на Нью-Джерси. Добро пожаловать в Хилтон. Глянь, кто у нас. Я вижу. Номер на всю оставшуюся жизнь. Здесь. Вы под кайфом? Сейчас или вообще? Сейчас. Нет, поужинаем. Вы приглашаете? Ну, как бы да. Вынуждена отказать. Я вам не нравлюсь? Сейчас или вообще? Вообще. Нет. Зато как поболтали. Почему Нью-Джерси? Хочу кое с кем познакомиться. Как я вам? Ну, как-то нелепо. Нет. Увидимся все. Ну уж нет. А что ты хотел от первой встречи со взрослым сыном? Привет! Привет. Зачем ты пришел? Чтобы изменить свою жизнь, дорогая. Скоро придет мой муж, и это будет наша последняя встреча. Понимаю твои претензии. Нечего тут понимать, ясно? Был рад знакомству. Удачи. Сыном будет нелегко, но сдаваться нельзя. Согласен. Поужинаем? Пока ты. Я давно не писал песен. Волнуешься? Да. Просто прекрасно. Всю свою жизнь я пытаюсь быть не таким, как ты. Не знаю, что сказать. Да нечего говорить, просто отвали. Придется тебе потерпеть меня, потому что я остаюсь. Прощения не купишь. Поужинаем? Знаешь, мне нравится твое упорство. Иногда и за ужин стоит побороться.